Я качок-прототип. Если бы не хотел увидеть меня ночью, то успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. Время пошло. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышло два новых крутых мультика про человека за окном. Человек за окном против мамы и ребенка длинные ноги, человек за окном против Хагиваги. Не забудьте посмотреть, ссылочка в описании. Ну что ж, дорогие друзья, всем большущий привет! Ну а с вами снова я, Slake Must, и, конечно же, Dark. И сегодня у нас, ребята, будет новый крутой обалденный эксперимент. У вас сейчас на экране новый качок, это качок-прототип эксперимент 1006, или же просто качок-прототип 1006. Вот такой, да, ребятки, мощный новый качок. Наполовину робот, наполовину какое-то живое существо с телом качка. Буквально несколько дней назад на канале вышел про него ролик, как прототип 1006 превратился в качка и стал таким вот докачанным. И сегодня качок-прототип будет сражаться против всех этих монстров из игры Poi Playtime в игрушке под названием Garry's Mod. Доброго времени суток, друзья! Да, ребятки, все-все-все монстры Poi Playtime. Кроме, конечно же, качков, потому что, ребятки, качки будут в отдельной серии. Будет, да, ребят, еще отдельная серия на канале. Качок-прототип против всех-всех качков, которые только у нас есть в Garry's Mod'е. Сегодня, ребятки, будут только Poi Playtime. Но если вы, ребят, хотите, да, увидеть серию про качков, качок-прототип против всех качков, или качок-прототип против всех аниматроников, или еще какую-то обалденную серию про качка нашего прототипа эксперимент 1006, то давайте мы, ребята, берем на этой серии 10 тысяч лайков. И тогда мы, ребят, запишем больше роликов про этого прототипа, ну то есть про качка-прототипа. Вообще, да, ребятки, дерзайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сегодня мы, друзья, проверим, насколько сильный этот качок-прототип. Ролик с его появлением, как он, ребят, появился у нас в Garry's Mod'е, уже был на канале. Теперь, ребят, нужно протестировать, насколько он сильный, насколько он мощный, и кого он сможет победить, а кого не сможет. Ну и раз он, ребятки, из вселенной Poi Playtime, ну да, ребят, прототип же из этой вселенной, да? Из вселенной Хагиваги, мамочек длинные ноги, в общем, из вселенной Poi Playtime. Давайте мы его, ребят, протестируем в рамках данной вселенной. Насколько он сильный, кого он сможет победить из-за этой, получается, из игры Poi Playtime. Не забудьте, да, друзья, подписаться на канал, поставить лайк. Ну а мы, ребятки, начинаем наш эксперимент. Ну и, ребятки, мы начинаем. Сейчас, друзьяшки, будет первая битва. И давайте, ребятки, все-все-все маленькие, слабенькие существа Poi Playtime. Вот такие разные Хагиваги, кролики Бонза, цветочки Дейзи, мопсы-гусечки. И вот такие всякие, там, не знаю, куклы Поппи, малыши-мопсы и всякие небольшие Хагиваги-мутанты. И даже, ребятки, целый Килли-Вилли. В общем, маленькие всякие слабые существа Poi Playtime сейчас будут сражаться все вместе, в одной команде, против нашего качка-прототипа, да, ребятки? Один сейчас будет сражаться прототип против этих всех. Готовы, ребята? Давайте на счет три. Раз, два, три! Битва, друзья, начинается! Так-так-так-так-так-так-так! Смотрите, ребят, с одного удара, вы это видели? Ребята, с одного удара! И Килли-Вилли, и Бобса-гусеницу, и этих всех! Обалдеть! Ребята, просто капец. Ну и, ребятки, остается Хагигорка последняя, и все, ее друзья, качок-прототип уработал. И да, ребятки, это было так легко и быстро, так что давайте сейчас будут более сильные существа Poi Playtime. Всякие качки, мутанты и так далее. Короче, ребята, погнали. Ну и сейчас, друзьяшки, будут существа намного сильнее, вот такие существа Poi Playtime, а именно мультяшные Хагиваги, качки Хагиваги Киси-Биси, качок Килли-Вилли, качок Мопс-Гусеница, Хаги-Пожиратель, Хагиголовый. И вот такие двое кошмарных, мама и папа, длинные ноги. Вообще, да, ребятки, сейчас будет целая вот такая команда. Команда всяких мутантов, качков и всяких вот таких вот кошмарных, страшных существ. Очень-очень сильных, да? Это же, ребят, вампиры. Вампиры очень-очень сильные. Сейчас, ребятки, все будут сражаться против нашего качка-прототипа. Вы, ребятки, готовы? Давайте до счета три. Раз, два, три. Битва, друзья, начинается. Все, ребята, битва началась. Ё-моё, ребят, с одного удара, видели, качок Килли-Вилли, качки Хагиваги, Киси-Биси поотлетали. И кошмарные тоже, и Хаги-Пожиратель тоже. Что вообще, друзья, происходит? Так-так-так-так-так. Ребята, что вообще происходит, а? Просто капец какой-то. Так-так-так-так-так. Сейчас, ребятки, ждем, сейчас качок-прототип подзарядится и будет использовать свои самые мощные атаки. Сейчас, ребят, посмотрим. А ну-ка. Сейчас, ребят, тут подзарядится, зарядится немножко. У него же солнечные батареи, ребят, установлены. Он сейчас от солнца подпитается и будет использовать свои самые мощные атаки. У него есть, ребят, удар как из пулемета. Смотрите. Или даже, ребят, эту атаку он не будет использовать. Я даже, ребят, не знаю. О, использовал, использовал. Хотя нет, показалось. О, смотрите, друзья, какие мощные атаки. Так. И, о, ребят, смотрите, еще удары, еще удары.
И кто же, ребят, в итоге победит? Смотрите, качок бомбус-гусеница пережил какую-то вот такую жесткую, быструю суператаку. Так. Вот, смотрите, ребята, это самая мощная атака нашего качка-прототипа, которую он, ребята, использует только когда полностью зарядится, когда у него зарядка получается 100%. И с помощью, ребятки, этой атаки уничтожил только что качка-мопса-гусеницу. Все, качок, ребят, прототип в итоге победил всех самых сильных существ Poppy Playtime. Ну или же одних из самых сильных. Ладно, ребята, у нас же есть еще семейство Longlegs. Да, ребятки, семейка длинных ног. Давайте, ребят, посмотрим, на что они способны и смогут ли они хоть что-то сделать нашему качку-прототипу. Ну что, вы, ребятки, готовы? Можно сказать, сейчас будет финальная битва. Да, ребятки, качок-прототип против всех-всех длинных ног. Против всех-всех Longlegs. Тут, ребятки, 5 оригинальных длинных ног. Мама, папа, ребенок длинные ноги. Ну и также бабушка и дедушка длинные ноги. И двое старых. Это мама длинные ноги, первая ее версия 1.0. И папа длинные ноги, тоже старая его версия 1.0. Короче, ребятки, целых 7 длинных ног сейчас будут сражаться против нашего качка-прототипа. Ну что, вы, ребятки, готовы? Давайте на счет 3. 1, 2, 3. Битва, друзья, начинается. Что? Ребятки! Он, ребятки, за 4 или за 5 ударов убил всех. Просто капец. У меня, друзья, просто реально нету слов. Он победил сегодня абсолютно всех монстров, которые у нас только были. Ну и да, ребятки, качок-прототип против всех-всех качков, как я и говорил, будет в отдельном выпуске, в следующем выпуске, если вы наберете на этой серии 10 тысяч лайков. Качки, да, ребят, уже немножечко другие, получается, будут монстры, да? Хоть там и будут качки всякие Хаги-Ваги, Килли-Вилли и качки длинные ноги, да? Мама, папа, ребенок, дедушка и бабушка качки. Ну это, ребятки, уже будут качки, да, семейство качков, поэтому, ребятки, качки будут в отдельной серии. Ну и, ребятки, сейчас будет еще одна битва, папа и мама пожиратели. Очень, ребятки, сильные существа, вы сами помните по роликам, мама и папа пожиратель против всех. Они, ребят, абсолютно до всех выносили. Точно так же, как наш сегодняшний качок-прототип. Вот давайте сейчас, ребятки, качок-прототип сражается против этих мамы и папы длинные ноги пожирателей. Готовы, ребята, на счет 3 сейчас будет битва. 1, 2, 3. Так, все, ребята, битва началась. Так, смотрите, ребятки, качок-прототип бьет. Давай, качок-прототип. Сейчас, ребятки, подзарядится, не забывайте, и будет использоваться и самые мощные атаки. Пожиратели, смотрите, ребят, пытаются издалека плеваться. Я, помните, ребят, говорил, то, что у пожирателей есть одна атака такая, которую почему-то не видно, да, то ли какой-то баг. Ё-моё, ребят, уже минус мама-пожиратель. Но с помощью которой они, ребят, довольно-таки много урона наносят. Капец, ребятки, качок-прототип просто уработал их пожирателей, даже не заметил. Вот это да, обалдеть. Ну и сейчас, ребятки, будет еще одна битва. Наш качок-прототип будет сражаться против всех-всех монстров, которые сегодня были в этом выпуске. Да-да, ребят, абсолютно все-все монстры по Playtime, которые сегодня были. В общем, ребятки, погнали. Ну и, ребятки, получается, качок-прототип сегодня всех победил. Давайте, ребятки, сейчас все эти монстры по Playtime нападут до нашего качка-прототипа. И, ребят, заодно проверим, насколько он сильный. И сможет ли он, ребята, всех этих монстров победить. Получается, да, ребят, он один будет против всех. А их, ребятки, реально очень-очень много. Готовы, ребятки? Давайте, 1, 2, 3, битва, друзья, начинается. Смотрите, ребята, обалдеть, началось. Что? Ребят, вы это видите? Хо-хо, чего? Вы это видите? Ребята, он урабатывает всех этих длинных ног. Смотрите, там, ребят, только всякие пожиратели кошмарные пооставались, и то уже нет. Они, друзья, подлетали. Давай, смотрите, друзья, обалдеть. Он всех, ребят, перебил. Всех поперебивал. Даже вот этих вот маленьких качков, которых сегодня, ребятки, не было в этом выпуске. Обалдеть! Ребят, остался только качок-мопс-гусеничка. Смотрите, там летает где-то в ногах. Так, ну, походу, сейчас, ребятки, качка-мопса-гусеницы тоже не будет. Смотрите, ребятки, качок-мопс-гусеницы увеличился, чтобы победить нашего качка-прототипа. И, друзья, все, качок, ребятки, прототип всех победил. Вот это да, вот это, ребятки, сила, вот это мощь, обалдеть! Ребята, качок-прототип сегодня всех победил, всех-всех Poppy Playtime монстров. Всех этих персонажей, всех этих существ из вселенной Poppy Playtime. Единственное, ребятки, кого не было только самых больших, самых мощных, больших версий качков. Это, ребятки, большой папа длинные ноги, большой дедушка длинные ноги, большая бабушка длинные ноги, большая мама длинные ноги. И, конечно же, большой ребенок длинные ноги. Но если вы, ребятки, хотите увидеть битву качка-прототипа против всех-всех качков, которые только у нас есть в игре, их, ребятки, довольно-таки много. Всякие он качки-мультяшки, сиреноголовые, светофороголовые, белый кот, поезд-пожиратель, качки-аниматроники, большая сирена и так далее.
то, ребятки, набирайте 10 тысяч лайков, и обязательно выйдет такая новая серия, такой новенький выпуск, качок-прототип против всех качков. В общем, да, ребятки, дерзайте, ставьте лайки, вот такая сегодня у нас обалденная, ребятки, серия получилась. Вот такой мы, ребята, обалденный сегодня экспериментик провели. Ну, а с вами, как обычно, были я, SlakeMust, и, конечно же, Dark. До встречи, друзьяшки, в новых роликах. Всем, ребят, желаю удачи, до новых встреч, пока-пока! Всего хорошего, ребята!